Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в Паттайю, где мы покажем вам нашу жизнь в великолепном кондоминиуме Arcadia Beach Continental. Сегодня вы узнаете, какие удивительные возможности для отдыха предлагает это место, включая прогулки по территории и окрестностям. Приготовьтесь к экскурсии по нашей уютной квартире и уникальным уголкам этого райского места. Всем привет! Вот такой вот бассейн у нас в кондо. Сейчас пофотографируемся здесь, поснимаем видео. Красота! Arcadia Beach Continental в Паттайе предлагает жилье в стиле курортного городского комплекса на беспрецедентном масштабе. Этот проект включает в себя 5 зданий с 1350 квартирами. К услугам жителей огромный лагунный бассейн с водопадами и пышными островками с ландшафтным дизайном. Arcadia Beach Continental также оснащен фитнес-центром, джакузи и сауной и подземной парковкой. Каждая квартира спроектирована с учетом удобства и комфорта жителей, включая роскошные интерьеры в стиле мрамора, системы безопасного электронного доступа и атмосферное освещение. Комплекс расположен в удобном, но тихом месте между центральной частью Паттайи и Джомтьеном, обеспечивая легкий доступ к ярким огням Walking Street, которые доступны всего за несколько минут езды. Ну, вот такой вот бассейн шикарный здесь, в кондоминиуме Arcadia Beach Continental. Так что можете снимать здесь жилье и наслаждаться таким оазисом, бассейном, такими зонами, где можно посидеть, пофотографироваться, красивыми зонами. А сейчас мы собираемся пойти поесть, потому что очень голодные. Are you hungry? Yeah. Я хочу кушать. Я хочу кушать. Я хочу кушать. Я хочу кушать. 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 Шать. Я хочу кушать. 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 Я хочу есть. Я хочу кушать. Окей, let's go. Анира хочет кушать. Я хочу кушать. Хочется в новое место куда-нибудь сходить. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Парит, будет, наверное, дождь. Вчера был дождь в первой половине дня. А сейчас, сегодня не было дождя, ну, парит, поэтому скоро, в скором времени будет дождь, я думаю. Пошли кушать. Ну, вот здесь вот постоянно открыто, но никогда нету людей. Не знаю я, что тут. Я здесь ни разу не ел. А вот здесь раз поел. Ну, вкусно, но дороговато. Пойдем чуть-чуть дальше. Там есть отель. И там такой типа кафешка. И всякие там много всего блюд. Есть китайская кухня, и европейская кухня. И цены вроде недорогие. Судя по их вывескам. Ой, ну, чуть-чуть ветерок. Сегодня есть чуть-чуть ветерок, потому что вчера вообще не было. Я тоже не понял. Я ему писал, все. Соотечественники. Ну, скорее всего, не совсем соотечественники, но тем не менее. Да, русских здесь много в Паттайе. Паттайя самый известный курорт в Таиланде. Паттайя, Пхукет. Поэтому здесь люди приезжают не только отдохнуть. Сюда люди приезжают не только отдохнуть, но и жить. Walk here. Why you walk behind me? Walk here. Анира постоянно идет сзади меня. Почему-то. I'm hungry. Me too.
Уже полтретьего дня, мы еще не ели сегодня. Ну, я в отпуске, отдыхаем. Вот, поспали подольше. Потом немного поубирались в квартирке. Ну, а сейчас вот выбрались поесть. Плюс погода такая пасмурная, что самое время для сна. Поэтому такие дела. Так, вот этот отельчик Т5 Сьют. 6500 бат можно арендовать жилье, полностью меблированное. Не знаю там в каком состоянии, но мы хотим здесь поесть. Поэтому пошли смотреть, что там предлагают поесть. Ну что, зашли в кафешку по дороге тут. Вот, заказали еду, вот что нам принесли. Камацу. Это японское такое блюдо. Ну, здесь курочка, рис, соус соевый, помидорчик, огурчик. Анира заказала тайскую еду. Вот такая вот здесь овощи с курочкой. Рис у нее и суп. Суп очень вкусный. Суп с тофу. Вот. Так что будем обедать. Приятного аппетита. Ну что, покупаемся в бассейне. Анира сейчас будет заплыв устраивать. Ну что, поплаваем? Квартирку в таком комплексе. Анира боится, что могут украсть телефон. Кто здесь украдет телефон? Кому надо? Тут везде камера, охрана. Тут такие вот есть фонтанчики красивые. Красота. Такие вот цветочки, пальмочки. Общая площадь бассейнов очень большая. Каждый бассейн примерно по 50 метров в длину. Вот, тут 4 бассейна здесь и один на крыше административного здания. Вот, плавать можно в любом, сколько хочешь и когда хочешь. Вот, здесь есть в комплексе еще тренажерный зал, сауна. В сауну я еще ни разу не ходил, в тренажерный зал ходил. Там очень много тренажеров. И здания, получается, невысокие. То есть не создается такая большая тень. Здания восьмиэтажные. Вот. И получается, во внутреннем дворе вот эти бассейны. Создается такой оазис своеобразный. Анира замерзла. Здесь вот дверь входная, вот так выглядит гостиная, телевизор при входе, диванчик. Здесь такой вот типа как столик, или что это такое. Обеденный стол, ну можно работать за ним,
Там кухня. С этой стороны санузел. Вот так вот выглядит душ, туалет. Здесь раковина, зеркало. Такая вот отделочка, мрамор. Так, здесь получается гостиная, диванчик. Ну, вот так вот все выглядит. Здесь кухня, варочная панель есть, микроволновка, холодильник. Здесь раковина. Вот балкончик. Так, сейчас. Вид на город. Море получается вот за этим холмом. Там Джунтьен, а там центральная Паттайя. Мыс Балихай, он там. Этот, не мыс, а порт. Вот. Так, ну вот такая квартирка. И здесь спальня. Кровать большая. Шкаф там. Ну, нормально. Вообще хорошо. Так, у нас сегодня Анира готовит еду. Вкусную. Что она готовит? Сейчас спросим у нее. Анира. What are you cooking? Hot mama. Лапшу. Hot mama. I'm hungry. Yeah, you can show mama vegetable, vegetable sauce. ในเมนูที่ง่ายๆเดินไปเซเว่นก็ได้เช่นอีสิมากแค่เดสเบสI'm hungryBut is it ready or no? Yeah, I make free. Это уже готовые макарошки. Ну, она их отдельно варила, не наварила. Wow. Кастрюльки варила. But not have sauce to make the yummy. Not have in sauce.Сир. Ну вот такой вот получился у нас обед. Ну что ж, приятного аппетита. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставляйте ваши комментарии. Всем добра, до встречи в новых видео. Пока-пока.